15 ноября курильщиков начнут штрафовать. Напомним, закон ограничивающий употребление табака в общественных местах вступил в силу еще летом, однако тогда не была прописана ответственность курильщиков. С пятницы вступает в силу поправки в Кодекс о административных правонарушениях, в которых указаны размеры штрафов. Так, за курение на детской площадке придется раскошелиться на 3000 рублей. При этом минимальный штраф за курение в неположенном месте 500 рублей. Продажа сигарет несовершеннолетним теперь будет караться не просто по порицанием, а существенным штрафом. За продажу подростку пачки сигарет магазин может не досчитаться 150 тысяч рублей, а сам продавец потеряет от 30 до 50 тысяч. Раскошелиться придется частным предпринимателям и собственникам помещений. Если они не оборудовали у себя специальных мест для курения, то могут поплатиться за это штрафом до 80 тысяч рублей.